Народ, всем большущий привет! Я думаю, все любят покушать маринованные огурчики или помидорчики, да и вообще разные вкусности в банках. Но у многих возникают трудности при открытии винтовых крышек. Сегодня я покажу один по-настоящему крутой способ по открытию такой банки. Честно признаться, я был нехило удивлен, когда мне показали этот способ. Все знают, что для открытия такой крышки необходимо запустить воздух в банку. Можно это сделать кучей способов, но самый распространенный – это отогнуть край крышки ножом или вилкой. При таком способе есть очень большая вероятность отколоть кусочек самой банки, и стекло может попасть в содержимое. Плюс такого способа это то, что крышка остается целой и ее можно использовать повторно. Есть менее гуманный способ, это когда берется нож или вилка и крышка в нагляд пробивается. В таком случае крышку повторно использовать уже не получится. Так, ну и вот мы подошли к способу, о котором я как раз и хотел рассказать. Если мы осмотрим строение резьбы, то мы увидим, что каждый виток начинается снизу вверх, и от нижнего края витка до края банки расстояние самое наибольшее. Это наблюдение-то и понадобится нам при открытии банки. Итак, ставим банку, скрепляем руки в замок и нажимаем. Оп, слышали? Все, банка открыта. 5 секунд действий, просто работает элементарно. Если при нажатии не произошло щелчка, то есть воздух не попал в банку, то банку необходимо повернуть на 10-15 градусов. Это означает, что вы не попали в широкое место между витком и краем банки. Давайте еще раз попробуем. Есть у меня вот такая банка с огурчиками. Тут все то же самое, делаем руки в замок и нажимаем. Нажал, щелчка не слышно. Поворачиваю банку на 10-15 градусов. Оп! Все, банка открыта. Друзья, вот такой вот суперский способ. Поделитесь своим мнением в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Как вы открываете такие банки. Если вам понравилось, поддержите лайком. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Я всем желаю всего самого хорошего. Мира и добра вам и вашим семьям. Всем пока-пока! Всем приятного аппетита!